как бы ни сложилась ваша нынешняя неделя, очень надеюсь, что грядущая будет лучше уходящей в разы. Есть, правда, маленькое условие. Внимательно слушайте нас, следуйте личному примеру, и жизнь вне работы и учебы станет как минимум интереснее. Приглашаю в кино. Аниматор истории игрушек и в поисках Немо выпустил свой второй режиссерский проект «Индюки. Назад в будущее». Вообще всегда радует, когда создатели истории учитывают, что ее будут смотреть не только дети, но и взрослые. Для детей сюжет, для взрослых шутки. В столичном прокате мультфильм смотрим с 28 ноября. Индюки. Птицы симпатичные, но подневольные. Но однажды двум друзьям повезло. Они нашли машину времени. Мы вернемся в прошлое, чтобы вычеркнуть индейку из праздничного меню. Они отправятся в прошлое, чтобы изменить будущее всех индюков. С 28 ноября величайшее путешествие всех времен. В красочной анимационной комедии «Индюки. Назад в будущее» в 3D. В кинотеатре «Тирасполь». Такого финала никто не ждал. И еще одна новинка большого экрана. Боевик «Последний рубеж» по сценарию Сильвестра Сталлоне стартует в грядущий четверг и рассчитана премьера уже на взрослую аудиторию. В надежде забыть прошлое, они переехали на новое место. Но милый городок только кажется тихим и спокойным. Здесь царят свои правила и правители. Скажи дочурке, что ей не о чем беспокоиться, когда рядом такой крутой папаша. Что бы ты ни задумал, передумай. С 28 ноября в кинотеатре «Тирасполь» Джейсон Стэтхэм против Джеймса Франко в экшен-боевике «Последний рубеж». Мировая премьера. На что ты готов ради защиты своей семьи? Следует традиции создавать настроение на этой неделе и Государственный культурный центр «Дворец Республики». На предстоящей неделе Государственный культурный центр «Дворец Республики» предлагает тираспольчанам, гостям столицы сразу два очень ярких и разноплановых мероприятия. 30 ноября в 13:00 в Большом зале Государственного культурного центра «Дворец Республики» состоится грандиозный концерт. Концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова. Это еще одно очень важное, очень яркое событие, которым будет наполнена Приднестровская осень. И, разумеется, Дворец Республики продолжает серию концертов в рамках фестиваля «Лица друзей». По этому поводу в воскресенье 1 декабря в 18:00 состоится концерт весьма популярной группы «Унивокс». Другими словами, универсальный вокал. И действительно, эта группа включает в себя 7 вокалистов, единомышленников, выпускников Государственной академии Гаврила Музическу, которые исполняют музыку от этно до джаза. Это будет очень интересный концерт, и мы приглашаем всех познакомиться с такой формой вокального творчества. Это у нас впервые, и получить море удовольствия. Надеюсь, вы помните и о том, что цирк Шапито в гостях у Приднестровья. С 8 ноября по 8 декабря цирк Шапито в Тирасполе с программой «Парад животных», а также танцы на проволоке под куполом, гимнасты на турниках, смертельное колесо. Звони 779-08-128. У нас новый Шапито, у нас тепло и уютно. Долгожданный театральный сезон не перестает радовать нас новыми постановками. Чем удивят актеры на следующей неделе, мне известно. Так, в субботу театр приглашает на третью премьеру 44-го театрального сезона спектакль «Люди, звери и бананы» современного российского автора Аллы Соколовой в постановке Дмитрия Ахмадиева. История идет от коммунальной квартиры, петербургской коммунальной квартиры. Эта тема мне вообще очень близка, да, потому что я 9 лет прожил в Петербурге, и из этих 9 лет очень достаточно большое количество прожил в этих коммунальных квартирах. Поэтому история вот этой коммунальной квартиры, история замкнутости людей, этот юмор, который там высекается, это вообще все, оно очень актуально. Воскресное утро детей сложится хорошо, если вы составите им компанию в театре до полудня. В 11 часов маленьких зрителей ждет красочное музыкальное представление по мотивам одноименной сказки «Гадкий утенок». Вечер взрослых украсит премьерный спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда.
Этот спектакль поставлен по знаменитой одноименной повести Николая Лескова. Сценическая версия сделана Дмитрием Ахмадиевым и Валентиной Дуковой. За пластическое решение в ответе Ольга Якимченко. Премьерный спектакль – это попытка исследовать глубины женской души, где любовь, предательство, где жалость и злоба, потаенные и явные чувства делают из человека злодея. Экскурсионные маршруты туристической компании «Рио», полагаю, тоже не оставят вас без внимания. 30 ноября мы приглашаем любителей театралов. Это, конечно же, город Кишинев, русский драматический театр. Кстати, в Кишиневе проводится неделя русского театра. Поэтому можно будет посмотреть произведение, которое ставится крайне редко. Называется это произведение «Поминальная молитва». Новый год не за горами, и это повод озадачиться, как сделать его незабываемым. Сразу отметаем домашние посиделки или другие альтернативы, поскольку на горизонте более интересная перспектива. Если вы сторонник активного отдыха, свежего морозного воздуха, удивительно живописных пейзажей, то горнолыжный курорт Буковель придется вам по вкусу. Рио организует незабываемый тур на этот горнолыжный курорт. Начинается раннее бронирование туров. Такие туры, как новогодний тур, рождественский тур, можно заказать путевочку на февральский тур, то есть мы его называем студенческий тур. Это, конечно же, Карпаты. Карпаты украинские в основном. Это, конечно, один из лучших горнолыжных курортов Буковель. Те, кто еще не был на Буковеле, мы вас приглашаем, потому что есть чем сравнить с другими курортами. Очень много горнолыжных трасс, трассы разной сложности, начиная от начинающих и заканчивая профессионалами. Естественно, размещаем в гостиницах комфортабельные номера. Не будет мне прощения, если заранее не предупрежу. 5 декабря самый узнаваемый голос современной Франции представит на сцене Национального дворца города Кишинев свою новую программу, приуроченную к 50-летию со дня смерти своей великой соотечественницы Эдит Пиаф. Итак, феномен 90-х. Патрисия Каз в гостях у Кишинева. Привет, это Патрисия Каз. 5 декабря я буду в Кишиневе. Это, кстати, мой день рождения. Я представлю вам свою шоу-программу. Евгений Гришковец – один из продаваемых писателей современной России. Драматург, режиссер и вместе с этим – это единственный заметный артист в жанре народного моноспектакля. Ему почти не пытаются подражать. Он успешен и он везде свой. На несколько часов он завладеет зрительским вниманием в городе Кишинев 23 декабря в Национальном театре оперы и балета. Но теперь я за вас спокойна. Где бы вы ни оказались, я имею в виду указанные маршруты, вам будет хорошо. Удачного вечера, хорошей недели и до скорой встречи!